Нихао, мы находимся рядом с Китайским национальным выставочным и конгресс-центром. Этот центр построен Министерством коммерции Китая совместно с городскими властями Шанхая. Это самый большой бизнес-центр, выставочный центр в мире. Центр находится в западной части Шанхая, в деловом районе, всего в 1,5 километрах от транспортной развязки Хунцяо, которая включает в себя железнодорожный узел, метро и аэропорт. В центре находятся выставочные павильоны, коммерческий центр, офисное помещение и гостиница. Площадь центра занимает 500 тысяч квадратных метров, и именно в этом центре сейчас проходит первая выставка Icor Gated 2017 года. 29 марта 2017 года началась выставка Icor Gated 2017. Эта выставка проходит впервые, однако ее организаторами являются медиакомпания Icor Gated Media, которая в 2001 году провела первую выставку Синокур Гейтед. Данная выставка посвящена исключительно производству гофрокартона и упаковке из нее. Посетители данной выставки приезжают отовсюду. То есть здесь есть и Европа, и Азия, и Африка, и даже Соединенные Штаты Америки. Такие компании, как Fosber, Dongfeng, TCY, Marquip World United и Jinshanmash Machinery подписали совместное соглашение о том, что они представляют эксклюзивно выставку Icor Gated в апреле и в марте 2017 года. В рамках данной выставки представлено множество инновационных решений. Делается акцент на интеллектуальном производстве, есть узкоспециализированная зона проведения, также проходят европейско-китайские семинары, проходят международные мероприятия вечерние. Для иностранных посетителей организаторы выставки предоставляют услуги переводчика и гида по выставке. Помимо этого проходят такие мероприятия, как посещение заводов и дни открытых дверей. На данной выставке представлены производители оборудования для производства гофрокартона, и таких экспонентов представлено около 400. И уже около 2000 посетителей зарегистрированы на выставку. Выставка Icor Gated поделена на три зоны. Первая зона посвящена производству гофрокартона и упаковке из него. Вторая зона посвящена печати на гофрокартоне. И третья зона посвящена производству ПОС-материалов. Как мы видим, на выставке представлено много оборудования для цифровой печати по гофрокартону. Этот вид печати набирает обороты. В Европе он уже занял свою нишу. В России только приходит и становится интересным для наших производителей. Мы надеемся, что наш рынок тоже будет развиваться в этом направлении, приобретать новое оборудование и делать упаковку высшего качества.